Ребят, приехал я на выгрузку. У нас в Казани тут чаша. Чаша такая, олимпийская или какая-то чаша. Вот она. Огромная, здоровая чаша. Такие здесь статуэтки есть. Вот. Там статуэточка. Солнце уже взошло. Выставка сама идет вон там. Вот она, видите? Вот там вот я машину оставил. А я пока буду вот здесь сейчас ходить, гулять, смотреть вообще, что здесь такое, что это. Задрать маленько. Друзья, теперь идет выгрузка прицепа. Часть уже выгрузили. Осталось совсем немного. Очень много мусора от этого, видите. Оборудование, какой-то пенопласт, еще что-то. Видите? Не знаю. Очень много всякой ерунды. В общем, потихонечку идет выгрузка. Почти уже выгрузились. Классный погрузчик с длинными вилами. Здесь то, что надо. Мои бедные канистры. Все, осталось два ящика. И на этом все. Вот туда это все сейчас выгружают. Она будет, блядь, ты стоишь. В смысле, блядь, встать хочу? Ты ж просто стоишь, смотришь. Все, что выгружается. Так, друзья, покидаю это прекрасное место. Меня уже выгрузили. Часа два, наверное, назад. Стою просто так здесь, короче. Вон оно, оборудование стоит. Пока к нему еще никто не прикасался, но что-то там крутится. Вот он, самолет. Вот он, ящик с самолетом. Короче, говорят, это макет самолета. На самом деле он ни хрена не летает, поэтому не знаю, нахрена он ему тут нужен. Ну, в общем, я его привез. Здесь будет проходить, там Red Bull, а здесь, блин, не знаю, здесь много немцев. Наверное, посвященная дню вот этой вот, как она... Завтра у нас 12 июня, День России, там может, какой-то у них концерт, может, что-то они там будут запускать. В общем, пока я не знаю, если
короче. Пока ни флагов тут, ничего такого нету. Вот. Одни шатры, одни вот эти вот все иностранные оборудования. У них там куча велосипедов, они катаются на великах. Поэтому... Вот такие дела. Все, я сейчас на выезд, вот туда. Газелька стоит, правда, мешается. И поехал я, короче, не знаю, сейчас ищем загрузочку. Может, что и найдем. Вот такие велики здесь катаются. Не знаю, забрать, наверное, пару великов себе домой. Так что, ребят, смотрите дальше, куда я поеду, как я поеду. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписался, кто даже не знает, как подписаться, внизу есть там подписаться, и колокольчик обязательно нажимайте. Так что. Ну что, как вам пляж в Казани? Охрененский пляж. Я бы тоже там сейчас, конечно, позагорал бы, но я еду на загрузку, ребята. Грузится туалетной бумагой в Казани на Челябинск. Так что, эх, пляж и дорога. Некогда, некогда мне загорать, отдыхать. Надо работать. На этом я приветствую, друзья, вас. Начался новый рейс. Ну, старый как бы заканчивается. А пока я еду по Казани. Сегодня у нас 12 июня, День России. Я вас с этим поздравляю, ребята! И сегодня у меня будет загрузочка на Челябинск. А завтра мы будем срочно-срочно ехать, чтобы выгрузить этот груз. Вот так вот, город Казань живет у нас прекрасными улочками. Все тут цветет и пахнет. Народ ходит, радуется. Зарплаты высокие, говорят. Не то, что в Челябинске. Поэтому спасибо этому городу. Так, а кстати, вон она, наша... Так, вот пляж, вот чаша, вон она. Кстати, где мы вчера с вами выгружались. Редбульчик здесь, все дела. Правда, не дали мне немцы попить редбульчика. Но, в принципе, ничего страшного. Все, едем на загрузочку по центру города, не нарушая никаких абсолютно законов. И это круто, господа. Сейчас чашу я вам покажу. Вот. Здесь мы вчера выгружались. Вот здесь мы вчера и выгружались с вами, ребята. Такие дела. Ну все, я уезжаю. Все, давайте. Приехал я, короче, на загрузку. Так вот, припарковал прицеп. Так вот, машину. Короче, мучился долго с парковкой прицепа. Так, места маловато, видите? Вот отсюда и вон до туда. Там еще стройматериалы, они мне мешали. Короче, пришлось вот так подламываться. По прямой не выровняться было здесь. Не выровнять прицеп. Грузим туалетную бумагу на палетах. Главное, чтобы еще мои вот эти вот всякие канистры туда влезли. Всякая вот эта вот мелочевка. Надо какой-то палетник сюда сооружать, наверное. Думаю, чтобы это все в кузове не возить. Ну, что-нибудь, может, придумаю. Может быть, что-нибудь и придумаю. Грязный прицеп, хоть бы дождь сегодня был какой-нибудь, чтобы хоть помылся прицеп. Так, вот еще братишки подъехали. В общем, ладно, грузимся. Там масло стоит. Масла мои. Ну, масла-то я уберу, есть куда. Ящик у меня свободен. А все остальное, да.
загружаемся. Так, ребят, все, загрузились полностью бумагой и выезжаем. Завтра разгрузка. Конечно, это плохо, но вариантов других не было, потому что, ну, грузов как бы выходные дни, как правило, никто не грузит грузы. Если они есть, то их никто не грузит. Поэтому такие, ребята, дела. Ну, сколько? Да даже 5 тонн тут нету. Я не знаю, 2 тонны это потолок. Короче, везем вату. Ну, хотя я не знаю. Ну, какая штука, смотрите, сзади у него. Интересная. Я не знаю, сколько, правда, это тонн у нас. Если посчитать там, да и я не знаю, там, не, мало, очень мало. Расход будет хороший, по горам будем ехать весело, поэтому так и надо ездить. Все, ребят, я не знаю, может сейчас на эту заправку заеду, здесь заправлю, здесь тут нефть есть. Сейчас посмотрим, сколько тут солярочка стоит. 44 рубля. Но. А, евро 45. Нет, здесь тогда не будем заправляться, это однозначно. 95-й 43. Не, тут дорого. Поедем на трассу. У меня еще, в принципе, солярка есть. На трассе лучше заправимся. Все, ребята, я пошпарил. А вы смотрите дальше. Добро пожаловать, ребята, в набережные Челны. Блин, что-то у меня, короче, с правой стороны, вон там звук какой-то такой непонятный, блин. Надоедает мне. Блин, сейчас все это по прямой, это набережные Челны проезжать, это капец, ребята. Это так, вот, слушайте, там, что-то вот так звякает прям. Это сейчас столько светофоров, это столько сейчас камер разных, они прям тут... На дороге их ставят, эти камеры. Так, наверное, блин, ага, и туда никак, и сюда никак. Дорожные работы. Обычно по правой полосе можно было проскочить вот сейчас. Сейчас попробуем встать в правую полосу и всех быстрее проехать. Ага, тоже фура перестроилась. На улице дождик. Я хочу есть Уфа 328. Нормально. Так, о, разогнались уже 70 почти. 65. Нормальная скорость. Так, нормально. Едем, короче. Короче, ребят, стою я на Лукойле, и вы не представляете, блин, не заснял момент, когда кричал в рацию «продам солярку». Первый раз я кричал в рацию эти слова «продам солярку», и там вот сейчас, вон он стоит, блин, не видно, вот он, хендайчик, короче. Я уже кричу, наверное, минут 15, никто, ну, не отвечает. Значит, я думаю, ну, у всех есть солярка. Туда-сюда, короче. Блин, ну мне как-то стрёмно стало. Мне смысл в чем? Почему я кричу, да? Обычно я там, ну, иногда сам спрашиваю солярку, а тут наоборот. Я кричу. Что получилось в итоге, ребят? Сейчас я вам расскажу. Как я пришел к такой жизни. Короче, суть. Я работал с НДСом, брал заявку, да? Вы знаете. Эти деньги упали мне на топливную карту. Вот, соответственно, как бы топлива у меня много, а денег у меня мало. И тем самым я вывожу деньги, ну и вот так вот вывел кусочек денег на себе наличкой. Так сказать, обезналичился. Поэтому, короче, такие вот дела. Елабужская тушенка. Блин, дорогая, кстати.
что-то сколько я за нее? Я за нее дал 180 рублей где-то, да. Сейчас попробуем, что это. Елабужская такая. Так. Что у меня газ? Так что, ребята, если услышите, что я сдаю солярочку, помните, я ее не ворую, я ее беру у себя. Так жалко свою солярку отдавать, блин, просто жесть. Ну, а что делать? Другому никак. Так что, вот так вот. О, гречки запахло вкусно так. Ну что, время 5 утра. Я добрался до Сима. Вот он, перевалчик. Уже все рассвело. Вот вам Сим. С высоты птичьего полета. Вон там дорога. Вон она. Вон она идет. Вот так. Вот она. Ну что, родной Челябинск приветствует меня. Ура, урашеньки. Челябинск. Сила Урала. Так, и навигатор показывает мне где-то сворачивать уже. Но пока что я сам не знаю где. Грубо говоря, я приехал. Так, ребят, все, выгружаем. Бумажку. Вот так вот припарковался. Короче, в том году, когда я только купил прицеп, я в эту щелку, вот сюда, никак не мог запарковаться. И карщик, он прям, можно сказать, обучал меня этому делу, чтобы запарковаться. И в общем, сейчас вот, короче, я запарковался нормально причем. Вот. Сейчас покажу, как я тут стою вообще. Вот так вот я стою. Сейчас не знаю, как он, наверное, расцепляться скажет. Давай прицеп туда-сюда выгружать, ну, чтобы машину выгрузить. Поэтому он узнал меня. Я его узнал не сразу. Короче, вот так вот мы выгружались. Тогда парковались тут очень долго. Нет, кстати, это было не летом. Это было зимой даже. Вот, поэтому не так уж много времени прошло, а я уже научился сюда заезжать. Ну, с первого раза не заехал, заехал со второго раза, потому что что-то с первого раза я взял маленький радиус, вот, вернее, большой радиус туда, и машину выровнять уже было очень сложно, легковые мешались. Потом все-таки взял поменьше. Вчера я ехал всю ночь. Прям всю ночь я ехал. И сегодня, видите, после обеда время 3 часа дня местного Челябинского, я здесь. Ну, поспал я с утра пару часиков, покемарил и уже спокойненько заехал. Тут ребята ходят, что-то видите, смущаются на мою видеосъемку. Вот. Так, о, информация для водителей. Нас можно взять груз по разным направлениям. Челябинск, Курган, Свердловск, Пермский. О, прикольно. Так, вон он, каршик. Выгружает. Вот так вот.
будет, не знаю, как он их будет, но как-то он их будет выгружать. В общем, ребят, я выгружаюсь, все отлично, все классно.